И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Я на одном из видеороликов, в которых открывал недельные контейнеры, в которых открывал простые контейнеры за войну, говорил вам такую вещь, то что если наберется определенное количество лайков, то я куплю и буду открывать коин-боксики, то есть те самые контейнеры, которые, как они там называются, танкоин-контейнеры, в общем и целом вы набрали то самое огромное большое количество лайков. Безусловно, спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете, и сегодня я решил записать видеоролик, в котором попробуем вообще открыть данные контейнеры. Если я не ошибаюсь, то танкоин этих боксов я открывал довольно-таки маленькое количество, когда-то там пробовал, но не суть важно, в общем и целом сегодня попробуем попытать свою удачу, возможно, таки что-то получится, что-то зафармится, что-то не зафармится. Со мной тут на голосе еще Артемчик сидит, фармит кристаллики, может там поздоровается. Да, здорово. Да, в общем и целом у меня имеется 108 недельных контейнеров. Я думаю, что на них мы приобретем сегодня контейнеров, то есть коинбоксов. И посмотрим, может быть, что-нибудь крутое нам дропнет, потому что последнее время довольно-таки большое количество игроков фармит нереальные большие количество танкоинов и вообще очень жестко, дико окупается. И при всем этом раскладе, конечно, мне бы тоже хотелось бы попробовать, при том раскладе, то что вы еще и набрали такую хорошую активность, поэтому давайте уже долго тут не затягивать. Открываем сначала недельные контейнеры, дабы получить тут и нарки, и кристаллы. К слову, мне аптечки в данный период времени очень-таки даже нужны. Поэтому посмотрим, сколько мне тут их дадут. 2000 аптек, ну, в принципе, неплохо. Дополнительно 1000 батареечек. Ну и сколько у нас тут танкоинов упадет? 324. Ну да, в принципе, по 3 танкоина с каждого ящичка. Поэтому, в принципе, довольно-таки неплохо. Ну и теперь идем, отправляемся в гаражик покупать. Осталось у меня 364, было 40 контейнеров у меня оставшихся с, получается, покупки боевого пропуска в предыдущем месяце. В этом месяце я еще ничего не покупал. Ну и давайте открывать и покупать коинбоксы. Сколько мне тут хватит? 15 ящиков у нас стоит 225. Давайте купим тогда их вот так, 15. Ну и сверху давайте сразу на все покупаем. А дальше уже будем открывать, смотреть, если будет окупать, тогда будем дополнительно докупать, смотреть, как тут все будет падать. Ну а пока давайте докупим сходу, сколько у нас тут их получится. Не знаю, честно говоря, сколько их здесь будет. Еще плюс 15 и еще плюс 15. Я так понимаю, что мне надо еще обновиться, дабы у нас появились эти все коинбоксы, да, 24 ящика у меня имеется. Давайте попробуем открыть, наверное, по пятерочке, потому что большое количество игроков говорило мне, что стоит открывать именно так. Артемчик там, если я не ошибаюсь, по пятнашке открывал. Его там то поднимало, то сливало, то что-то давало. Ну, особо, короче, он ничего жесткого там не нафармил, да? Да, не подняло меня больше, типа, на одном месте. Ну, короче, там как-то стоял. Сначала постояло немножко у него, а потом все сожрало. И, в общем и целом, там не такое даже большое количество он кристаллов форманул. Поэтому попробуем открыть по пятерочке. Возможно, там потом единицы. Или сейчас сначала единицы. Давайте попробуем. Посмотрим, может, что упадет. Один танкоин, ясно понял. Да, еще один танкоин. Найс, два контейнера открыл, тупо пофармил. О, фиолетик, ничего себе. Это что? Соточка! Соточка! Найс, это я типа окупился, да? Типа соточка, это же окуп получается, если один стоит сколько, 15? Да. О, найс, так я так по одному тогда открывать буду, нифига себе. Мне с трех упала уже сотка, нифига я. О, еще фиолетик! Сколько, давай. 200 танкоинов! О боже. Я 4 коина этих контейнера открыл, и мне подняло плюс 3 сотни. Че думаешь, Артемчик? Кому-то везет. Кто-то там не, ну, как будто сами не везет. Вы, конечно, ребят, сами понимаете, что, ну, что это такое? 300. Что это такое 300? 300 это понты, это копейки. Вот здесь мне упало бы хотя бы косарик, там, может, троечка бы там, 3 касика упало, ну, может, 100 касиков. Вот это было бы нормально. А так 300, ну, что это? Копейки какие-то, ну, что? Окупился, да, с 4 коинбоксов окупился, но это же фигня, поэтому открываем дальше, 2000 кристаллов. Давайте я тогда по одному и буду открывать, если мне уж по одному дало, то я думаю, что нету смысла тогда открывать большое какое-то количество.
надеяться на то, что мне там с него что-то дропнет. Если уж единичка начала давать, давайте тогда топить на нее. Пока что я плюс 5 еще открыл, ничего тут не упало, Артемчик мне. Так, еще тысяченочка, что-то Все, походу сливайте. все начинает сливать. Блин, ДДшки, а тут вообще аптеки падают? Лучше попал. Ой, синие это что? 300, 300 танкоинов. Нормально, 300 хоть пойдет. Хоть 2 я... 10 зеленого, 10. Ну ладно, тоже такое себе пойдет. Ну, в принципе, меня окупило. Че? Окупило. Теперь может и, конечно, и посливать немножко. Еще десяточка. Хорошо, пойдет. 1000 кри. Окей. 1000 кри. 10 танкоинов еще сверху. О, синяя. Еще тридцаточка, нормально. Ну, это как будто вы отрываете один ящик, а в нем два ящика дополнительных. Ну, типа, неплохо. 15 батареечек. Ну, начальная мне, конечно, понравилась больше, если честно, открытие. Когда мне так зафармило, я что-то как-то даже немножко приофигел с того, как жестко падает. При том раскладе, то, что, ну, я вообще и не думал, что может так неплохо дропануть. Ну, окей. Еще открываем еще один танкоин. И последний, оставшийся. 30 ускорений, окей. Хорошо, у меня было, если я не ошибаюсь, сколько я там говорил, 360, да, Артемка? Вроде как я говорил, что у меня было 360, сейчас у меня 400. 400. Чуть-чуть подняло. Что думаешь, Артемчик, если я сейчас возьму, попробую опять на закуп на полный сделать, что меня поднимет или я опустит? Да сейчас сольет тебе. Сольет, Половина думаешь? где-то останется, да. Где-то 200 останется. Думаешь, сольет? Блин, ну давай, короче, я попробую открыть еще пятнашечку. Куплю пятнашечку и посмотрим. Если с этой пятнашечки ничего не будет дропать, то может быть я остановлюсь, а может и не остановлюсь. Там уже, как говорится, посмотрим. Покупаем пятнашечку. Открыть. О, могу. Ну и давайте открываем эту пятнашечку и смотрим, что с нее вообще дропает. Будет что-нибудь падать, не будет. Один танкоин, окей, все понятно. 2000 кристаллов. Ну, а купи хотя бы немножечко, пожалуйста. А купи меня, пожалуйста. Давай опять открою. Давай опять открою, если не хочешь купать танкоины. 2К. 10 танкоинов. Уфеля, давай! Ну, 300, 300, 300, 300! 15 как ри. Ты что, зарофл? А что, она зарофлила надо мной? Да. А, это типа рофл такой, да, я понял. Ну, давай еще. Начинает с зеленого свечения, приколи. Открываю пятерку и начинает с зеленого. Синяя 30 и X2 30. Это сколько мне дало с 5? 30 плюс 10, 70. А стоит оно сколько получается? Ну это типа окуп. Типа это окуп. 70, там 75 получается, да, оно стоит. Ну почти я купила. И последний 2000 кристаллов. Ну конечно она меня обломала неплохо, так я вам сказал вам. Обломала меня неплохо. 250. 250. Итого, Артемчик, у меня есть возможность еще купить 15 ящиков. 15 Открой ящиков. сразу, открой 15. Думаешь? Да Да, ну сольет нет, ты тебя что гонишь? Да сразу. она мне сольет сразу. Да инфосотка она мне сольет. Ну давайте, короче, еще пятнашку куплю. Это в сумме у меня получится уже около 50 коинбоксов я открою. Давайте попробуем. Ну и понадеемся, что что-нибудь годное дропнет. Начинало мне падать неплохо с единички. Вот сейчас я единичку одну открыл, 30 танкоинов упало сходу. Уф, фиолетик, давай 300, 300, 300, 300, 300, 300. Соточка. Ну, соточка тоже, в принципе, неплохо. Получается, с двух коин-боксиков я сейчас апнул 130-очку, Артемчик, 130-очку. Не, я понимаю, что вот нет смысла открывать все время одинаково. То есть, вот ты тогда помнишь, ты открывал сразу только пятнашки, только пятнашки. Это весенний. Я вот думаю, что тебе надо было просто пооткрывать немножко там по единичке, по пятерочке. Может, тебя бы тогда бы тоже не сливало бы так жестко. А ты тогда открывал все время одинаково, и поэтому, может быть, тебя из-за этого тоже так, ну, слило так, так дико. Так, я тут по одному танкоину фармлю. Три подряд. Боже ты мой. Купил на 45, получил ты. Ну, вообще найс. Тупо по единичке. Тупо фермер. Тупо фермер контейнеров. Боже, у меня уже 5 или 6, 7 свечений белых подряд. О, зеленая 10 этих танкоинов. Но я не верю, что если я сейчас по единичке до конца открою, то у меня вот такая шляпа будет падать. 10 танкоинов. Ну упади, фиолетик, алло. Пожалуйста, фиолетик. Пожалуйста, фиолет, 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 фиолет. Фиолет, фиолетик, фиолет. Последний, последний, ну. Синий. 30. Так, и того, что мы имеем. Начинали мы открывать все это дело со скольки? С 300.
60, да? Осталось у меня 219. Но по тихой грусти меня сливает. Но я бы не сказал, что так быстро меня сливает. Не могу купить пятнашечку. Да пятнашечки не хватает. Ну, давайте куплю тогда еще 5. Еще 5. Я все-таки надеюсь, что меня немножко апнет. Немножко апнет. Поэтому я надеюсь, что еще что-то дропнет. Ну, я ставлю вот эти 70. Давайте еще просто десятку откроем. Возможно, что-то упадет. Возможно, с нее что-то дропнет. Давайте пятерку сразу. 2 танкоина, 30 ремок, 10 танкоинов и фиолет, ну, 15 кокри. И... О боже, фейспалм, ну какие, ну боже, ну какие, ну что за бред, Артемочка, а? Объясни мне, пожалуйста, как это работает, что она дает в фиолете 15 кокри, это же просто слив, тупо берет и сливает в наглую. Да. Короче, друзья, я не везучий человек. Не знаю, стоит ли мне докупить все это дело. Ну давайте докупим, что поделать. Я не буду уже тогда здесь ничего оставлять. Раз сливает, то пусть сливает до конца. Покупаем еще 6 коинбоксов. И пусть оно сейчас либо даст, либо не даст. Бывает, кому-то дает, прям фармится дико. Мне, возможно, таки изначально надо было дальше уже не открывать. Я как пятнашечку фарманул. Ну, кому-то везет, кому-то там что-то годное дропает потом. Мне вроде последний ничего не дропает. Ну, вот такое вот открытие получилось. Я не знаю, насколько оно жесткое, не жесткое. 7 танкоинов у меня осталось жалких. По единичке мне тут надавало. Ну, в общем и целом, что-то я наплюсовал. Понятное дело, что бывает там кому-то дропает по 1000, кому-то по 3к, кому-то что-то дает. Но мне в какой-то степени, возможно, таки не повезло. Если вы хотите, чтобы, возможно, в скором времени я открыл еще данные коинбоксы, давайте тогда наберем на этом видеоролике, ну, 150 локусов. Я думаю, что, в принципе, было бы неплохо. Такое неплохое число. При том раскладе, то что я, грубо говоря, за данное открытие ваши лайки отбил 2 видосов, потому что я говорил, чтобы и на видосе, где я открывал недельные контейнеры, то есть старые, которые были у меня, я говорил, что если вы наберете какое-то определенное количество лайков, то я их открою. Также там и было связано открытие с коинбоксами. Видеоролики, где мы открывали контейнеры за войну. Поэтому спасибо вам за поддержку. Если наберется на этом видосе 150-очка лукасов, то я думаю, что мы купим новую партию коинбоксов. Возможно, таки с них нам что-нибудь годное дропнет. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, потому что потихонечку растем. Если не подписаны, сделайте красную кнопочку серой, я буду вам очень признателен. Ну а на данном моменте, я думаю, что можно заканчивать видеоролик. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Сегодня со мной был Артемчик. Ссылочку, кстати, на него тоже там оставлю в описании. Может, там чекнуть. Юный стример начал уже потихонечку там стримлюкать, что-то делать. Поэтому, если вам интересно следить за нагибаторским Артемчиком, тоже переходите, посмотрите, подпишитесь. Ну и можно прощаться. Давай. Всем пока. Давайте, друзья, спасибо всем. Пока.